Убей! Дементоры!
свиней! Надо догнать Дина. Знаю, надо поймать его. Но нас не должны видеть, Гарри. Вот он! Остановись!
Дай мне минуту. А ты почему сбежал? Большинство думает, что вы на стороне сам знаешь кого. Какие стороны? Это война волшебников. Почему ты здесь? Гринготс перешел под контроль людей, а я не буду лизать ноги людям. Зато я отомстил им перед своим бегством. Отомстил? Пожиратели смерти отнесли меч в Грингерс для Северуса Снега, меч Гриффиндора. Только это подделка. Меч Гриффиндора гоблинский. А это была жалкая копия. Похоже, даже волшебники знают не все. Ха. Я знаю немало людей, желающих, чтобы Северус Снег сел в лужу. Что ж, пора нам двигаться. Чувствую, мы не одни в этом лесу. Меч Гриффиндора. Он гоблинский. И? Итак, он несокрушим. И он принимает лишь то, что делает его крепче. Гарри, ты уничтожил один крестраж. Дневник Тома Редла. Клыком Василиска. Зарубив Василиска, ты окунул меч в его яд. Значит, меч? Меч разбивает крестражи. Здорово. Но я так понял, что меч Гриффиндора не тот. Как с крестражами. Никто не знает, где настоящий. Ты что, хотел находить по крестражу через день? Ты должен был придумать план, как закончить то, что Дамблдор начал. Только Дамблдор ничего тебе не сказал. Сними медальон. Сними, Рон. Ты говоришь это потому, что он на тебе. Вовсе нет. Ты думаешь тоже, но молчишь. Ну и уходи. Если все так, иди к мамочке. Но оставь крестраж. Рон! Стой! Остаешься или идешь? Рон! Нет! Пожалуйста! Ну, нам... Надо поставить палатку. Нам некуда идти, и может... Может, Рон вернется.